куда ты поехал-то, блядь? Саш, мне бы соснуть, Саш, просто посмотри сюда. Просто зачекай. Я соснул. Я рассчитывал, что ты его уберешь. У меня было всего два патрона. А это так как? А чё он тогда там стоит, объясни? Какого хуя он там стоит? Да блядь, ну что ты не убиваешь это, блядь? А потому что он на ванта остался. Пусть тогда сам сюда идет. Интересно, а тебе кто-нибудь в очко заедет? Пока что все заебись. Только не надо торопиться. Вы еще просрать там. Там он лево тебе. Давайте. А лево тебя разберет. Ясно. Лови, блядь! Все, я умер. Давай просто поживем. А он перезаряжался, он только что стрелял. Ебать лево хуйня японский, кстати. Вот первый мой следующий танк, второй мой текущий танк, третий твой танк, четвертый там мой танк, опять. Потом пятый какое-то говно, шестое это мой танк опять, и седьмое это просто тоже какая-то херня. Там одни наши танки. Там, шаришь, там те две, которые к нам не относятся, они в тиме находятся, а все остальные это, короче, баты, которые... А, точно, смотри, кстати, реально. Ромаус невидимый тут, да. Пока ты прям вплотную, он тебя убьет. А вот так не убьет. Ну за дамаж. Да все, поехали. Пипец, вот это сейчас, господи, спаси, сработало, что ли? У тебя 54 в очке уже. У меня, во-первых, не сработал выстрел, блядь, с первого раза. Первый класс. От мастера бы дали, да? Да. Причем с запасом. 1200, блядь, в поражении. А, кстати, если бы ты выиграл, тебе бы и 1300 дали. Ну, конечно. Не. Ебать, Иисушник тупой, он решил гасать лоу хпшного челика. Не, подожди, давай свинись сначала. Слушай, он пиздёжный. Он, короче, знаешь что? Он, короче, такой красный-белый, вот так, когда он катается по кочкам, такой красный-белый. Он в лаге играет, перекрашивает. Я думаю, типа, ну тебя нахер, слышишь, я ему в НЛД гасанул, и все. Красный-белый. Я тебе отвечаю, потом на трансляции посмотрю. Да я знаю, блин, я тебе мёд родить. Он такой пидорский пиздец. Может, не пай. Вот одно из них. Меня жалко третьего патрона нет. Как-то странно, он тебя это не гасит. Патроны кончились? У меня два было. И он просто решил точку. А, у него типа? Да. Тебе-то причём, блядь, ты бесполезная сила. Надо его забрать, когда он застигнет. Сейчас тебя лезет. Перекрасил. Да, а как обидеть? Хотя нет, блядь. Еще и неправильно. Этот такой же, ну лево его разберет. Все, у него... Теперь борщ. Блядь. Ну если он сейчас соснет, я охуею. Ну промах. Он просрал, все. Лево просто топовый танк, это охуенный танк. Пиздец, ну как можно быть таким тупым? Я поржал, как он лево не пробил, а этот не попал в лево. Мастер посмертно. Мне похуй. Получить 1300 опыта за бой выполнено. Мне похуй. 4000, 5 кило. Посрал. 1400 опыта.
А пустой, блядь. Ну ты не смог съесть. Ты пидор, блядь, ты меня тупо. Лови, блядь. Под мостиком. Я вообще-то гасану. Нет, я бегу край. Поехали, блядь. Ну ваншотни. Ваншотни, хули, блядь. Пиздец. Ты умираешь. Попасть. Да это похуй, это бесполезно, он все равно не выиграет. Пизда. Взрываешься. Блядь, он еще об дом заблудился. Ну как можно с двух сторон, блядь, так стоять специально, чтобы ты урон сосал? Как, блядь? Пизда. Это сейчас пиздец обидно было. Ну, кстати, жалко, что мне чувак в очко заехал в итоге, потому что если бы он не заехал, у меня бы гусеница не отвалилась, я бы развернулся. Достойное сопротивление, второй класс. Хотя там фугасом. Ты, блядь, меня еще и фугасом гасишь? Ебать ты рисун. Я вообще. А че он так бодро гасит, слышь? 5,6. А, заебись, прикольно. Это считай, как моя перезарядка, только между патронами. Да. Еще и пожар потушил этот хуй. Слышь, блядь? Он мне два раза пожар потушил, серьезно? Выходим на. А просто, блядь, альтерди. Слушай, нет, ты меня заебал. Ебать, ты даже гусеницу себе не сломал. Ты его не пробил в жопу! Сева, это моя копия есть. Ты куда ты едешь-то, блядь? Там так народу. Вот ты залупа. Да почему он не умер-то, блядь? Ты че нику оставил 18 ПП? Хули, блядь! Какого хуя? Я уже в очко заехал. Соси. Тупой, блядь, ваше двое. Не пробил как 3. Не, хуйня, слышь, тут давно пробился. Самое забавное, что я не пробиваю 8 левел на 10. А почему думаю? Ну, блядь, он тут нищий, естественно. Слушай, давай вот это говно да, заберем. Давай. Стирай! Да я его не пробил! Дай-ка я это говно не пробью, разок. Не, все, он меня закручивает. А ты умираешь. Он тебя даже закручивать не будет, он лопат пробьет. Не парь, мне это не поможет. Я специально для тебя даже дорогие использую. И ему похую вообще. Дорогие, он использует, блядь. Так я ему похую. Тогда? Тут ему в белое гасану ровно. Ну вообще пасал. А что, там тоже есть наёб, да? Он вообще весь абсолютно белоснежный. Его стирали. Дайте в очко гасану. Ой, слышь, у него в очко фугасом. Саш, в очко фугасом можно. Видишь, у него поворот башни ограничен. Видишь, она у него повернута вертикально влево. Так там ящик какой-то задействует. Там трансформатор. Первый класс. Ну слушай, ну блядь, против десятых быть на первом месте на восьмом, вот это пиздец. Вот теперь я, блядь, вообще отметаю все, что может быть. Вот просто, знаешь, вот все, что я знал до этого, можно просто нахуй стереть вот после этого. И рейзн. Вот это, блядь, сейчас было очень плохо. Я такой этой пиздец. Чини так. Чё ты развернул-то, говно? Ах, that's wrong! Саш, чё, может, пробьёшься 75? Давай попробуем. Ну, как? Сколько дал бог, сколько и пробил. Блядь, там твоя залупа на меня скинула. Да, там разбил. Хера там звук, смотрите, стёмный. А там пизда тиммейт пришла.
Вы там вынужки какие-то еще. Там пиздец. Я, блядь, Вьетнам какой-то ебаный. Да че застелило, блядь, я алло, газанул, блядь. Чё, а ты можешь чего убить? Чё, возможно, я еще задамажу. Просто остановись и стой на месте, Саш, не едь. Просто сиди, блядь. Саш, не едь там вахта, блядь. А, блядь. Ебать ты, кстати, слышишь, не ебать ты читер, слышишь? Ты у тебя защиты забанят, блядь. Я взял, я тогда к тебе сейчас прямой набут. Где, блядь, там? Я бы там 280 очков КВшник снес. Но я не доеду до тебя. Я уже... Не, он не попал, кстати. А я ехал, блядь, вот нахуя я ехал, блядь, я только всю КПшку оставил этим пидорасом. Ой, ты чё, блядь, блядь, она там оторвалась. Секунду назад сказал, что я ему её наебну. Блядь, нахуй. Это КТП, он достанет 600 уже. А, у тебя там разброс. Убеги, говно, тупой, блядь, дебилоид! Ты же не тупой тиммейт, блядь, убеги жопу. Не красит. Это не крути, хуя, блядь, получается. Помощь нужна будет, ты говори, я подъеду быстро. Да не, слышь, тут я сейчас умру, ну и все. Ты как бы едь, слышь, я пока отлетаю. Ну я еще сумму. А как хули я сделаю один там, троих? Лови! Ебать! Двадцать пять, пятнадцать. Ёбак, блядь, ёбаный на пидораска, блядь, драка. И этот, блядь, залупившийся приехал. Слушай, это охуенно. Вот, блядь, бой на этом танке мне всегда нравится. Злое мясо отметил, что я счастливый. Что? Что? Не, как раз денег просрал. Ты сказал, стоп, хотел остановить эту залупу. Я уже нажал.